Всем привет, ребята! Сегодня у нас необычная распаковка. Смотрите, какие шарики я для вас нашел. Это не обычные шарики, это маленькие шарики и цветные. Таких шариков я еще ни разу не видел. Они 7-сантиметровые, отличаются по размеру от большого. Смотрите, какая разница. Обычно в таких шариках были маленькие сестрички. А это я что-то увидел, написано вторая серия. Low Surprise и нарисованные упаковки с больших куколок. Смотрите, я такие шарики встречаю первый раз, я их купил. И сейчас мы вместе с вами их откроем и посмотрим, что же там попадается. Также еще вот такой у нас один шарик, а также копия Лола. Посмотрим, что будет за куколка по качеству в нем. Итак, начинаем же скорее распаковывать. Давайте начнем с вот этого шарика. Кстати, вот на этом шарике первый слой со второй серии. И, кстати, вот тут торчит Lil Sister, хотя не написано, что маленькая сестричка, а просто нарисовано. Потому что на этих слоях все другие цвета. Странно как-то. Ну, давайте смотреть, что же в итоге там будет. Открываем первый слой. Подсказки мы никакой здесь не видим. Второй слой. Написано просто Low Surprise, открой. И также не написано, что Lil Sisters серия идет. Насечек нету. Помогаем ножичком. Так. И третий слой точно такой же, как первый. Ну, шарик очень похож на маленькую сестренку. И в конце тут все-таки есть подсказка. Смотрите, вот такая башня с церковью и клоун. Что же бы это значило? Напишите. Вот такой вот мятный шарик. Что внутри? Давайте же скорее смотреть. Шарик не особо хорошо открывается. И мы видим, что все-таки здесь маленькие сестренки попадаются. Но странно, зачем было разрисовывать вот такие, сделать бумажки от серии цветных шариков Лол. Не называть их не Lil Sister, если все равно попадаются маленькие сестрички. Давайте на нее посмотрим. Почему-то у нашей маленькой сестрички глаза розовые. Прям смотрите, черные зрачки и такая радужка у нее розовая. Волосы желтые, трусики тоже розовые. Какая-то фанатка розового цвета. Голова у нее не крутится, сделана из резины. У нее еще вот такая бутылочка жесткая, с которой нельзя поить. И вот такие вот аксессуары. Фотокамера и сумочка. Ну, как мы поняли, все-таки, похоже, здесь коллекция попадается маленькие сестры. Но ничего, давайте посмотрим. Может, чем-то они все-таки будут отличаться еще. Напишите, кто видел вот такую копию в обычных шариках. Возможно, она чем-то отличается. Давайте еще один откроем. Вот так вот выглядит этот шарик. Он розовый. Прям такой нежно-розовый. Также в первом слое нет никаких подсказок. Второй слой точно такой же. Как вы заметили, три слоя на шариках. Во втором слое также ничего нет. И третий вот такой слой. Что же будет здесь за маленькая сестричка? Либо еще что-то. Посмотрим. Вот такая новая подсказка здесь. Куколка и сапожки. Кто знает, пишите, что она означает. Снова мятный шарик мы видим. И давайте посмотрим, что же будет за куколка здесь. Так, новая куколка нам попалась. Аксессуары не изменились. Также держатель, сумочка, фотоаппарат, бутылочка. И здесь у нас новая сестричка попалась. Посмотрите, как она сделана. Забыли, мне кажется, нарисовать ей ротик. И чуть-чуть нарисовали волосы на лбу. Глазки довольно-таки неплохо прорисованы. И пупсик. Руки, кстати, тоже покрасили. Вот чуть-чуть с покраской тело нахиничили. А так, миленький пупсик. Ну, конечно, до оригинала далеко. Если не смотрели оригинала, есть на канале видео 11 оригинальных шаров.
Там есть и Little, и маленькие сестры, и большие сестры оригинал. Заходите, посмотрите, сравните качество и этих, и настоящих. Настоящие, конечно же, лучше. Так, следующий шарик. Здесь нарисована новая куколка. И он более такой прям насыщенно розовый. Вот здесь как-то получилось мне открыть его. Ножичек даже не пришлось брать. Давайте посмотрим, что будет в этом слое. Здесь у нас слой с маленькой сестричкой. Снимаем его. Так, и третий слой вот так выглядит. Весь помятый. Ну, все-таки это копии, так что ничего удивительного здесь нету. Выпала подсказочка. И подсказочка у нас выглядит здесь вот так. Маленькая сестричка, бриллиант и бутылочка. Что же это значит? Напиши скорее в комментариях. Открываем следующий шарик с сюрпризом. Так, кто же нам здесь попался? По-моему, новая куколка. Вау, посмотрите. Какая она забавная, но у нее глаза ушли на лоб. Посмотрите, вот не глазки у самого пупсика, но они нарисованы на лбу. Во ужас. Вот это вот, конечно, ужас. Сама куколка прикольная была бы, но глазки подвели, к сожалению. Вот вам, что значит покупать не оригиналы. Так что, конечно, ужасно. Хотя бы вот за этим бы можно было следить, чтобы глазки были на месте. Ох, китайцы, китайцы. Аксессуары здесь точно такие же, как и в предыдущих. Следующий вот такой вот шарик у нас. Розового цвета. Давайте посмотрим, что будет в нем. Второй слой, более темный. И третий снова такой же, как и был первый. Снова мы видим здесь подсказку, клоуна и церковь. Возможно, будет даже повторка, но сейчас проверим, что же здесь попадется. Держатель выпал. Нет, ребята, нам повезло. И в этом выпуске мы посмотрели с вами 4 поддельных маленьких сестрички. Здесь вот такая бутылочка. Также здесь сумочка, фотоаппарат. И вот такая вот маленькая сестричка с соской. Ну, глазки здесь на месте, даже не на месте. Смотрите, здесь они теперь съехали вниз, на щеки. Так смешно это выглядит, конечно. На соску тоже что-то наехало. Ну, в общем, так пупсик был бы неплохой, если бы глазки были на месте. И такие яркие волосы розовые у нее. Такая маленькая сестричка попалась в этом шарике. И вот столько много аксессуаров. Если вам понравились маленькие сестрички, напишите в комментариях. Но чуть-чуть качество, конечно, подводит. Давайте поставим нашего пупсика. И у нас еще с вами есть вот такой огромный шарик Лол. 10-сантиметровый, тоже довольно-таки свежая копия. Насечек, как мы видели, здесь есть, но они как-то плохо сделаны. Поможем ножичком, чтобы не мучиться. Давайте смотреть, что будет в этом шаре. Один слой сняли, подсказки нету. Давайте снимать второй. Что будет здесь? Вторым слоем также подсказок никаких нет. В отсеке под сюрприз также ничего нету. Так, а у нас получается все внутри. Вот здесь такая вот подсказка идет, платье карамелька. Вот такие стикеры. И вкладыш коллекционера. Вот так выглядит вся коллекция. И с другой стороны. Давайте же смотреть содержимое пакетика. Что же будет в этом шарике? Сейчас освободим место. Смотрите, сколько много аксессуаров. Вот такое вот фиолетовое платьишко. Оно менять будет цвет 100%. Розовые ботиночки у куколки нашей. Вот они. Бутылочка фиолетовая мягкая. Вот такая заколка
для волос, розовые сапожки. Причем один сапожок темнее, другой светлее, один более оранжевый. И вот такая расческа. Но расческа, не знаю, кого ей расчесывать. My Little Pony, скорее всего, только. Так вот выглядит куколка в наряде, в разных сапожочках. Смешно это выглядит, конечно, вот такой у нее платьица. А глазки довольно-таки неплохо нарисованы, губки на месте, вот такие веснушечки. И коричневые такие шоколадные волосы. Куколка не пахнет сильно, нормальный запах имеет. И можно куколку поить, и она плюется. Также платьишко и сапожки меняют цвет. В общем, ребят, мы с Майей вместе открыли 5 вот таких шариков. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому, что китайцы нас опять обманули, сделали вот такие поддельные лоты, запихали туда куколок не особо хорошего качества, со съевшими глазами, ужасного качества. Детям такие игрушки не надо давать играть, чтобы они пугались таких маленьких пупсиков, где глаза на щеках. Ужас, короче, какой-то. Пишите в комментариях, что вы думаете по этим шарикам. Также подписывайся на канал, ставь палец вверх, поддержи видео, и будет еще больше распаковок. Всем пока!